мы добились еды. Причем мы находимся просто на земле. Мы на земле, мы на земле, мы на земле. И нас бесплатно кормят. Вот в чем сила единства. Большой уже повторюсь. А у нас выливает. Что мы очень искали долго представителя. На 58-ю стоечку. Нам легче представителя подождать здесь. Смотрите, сейчас будет проще представителя там найти, потому что ну, 14. По-честному скажу, была сложная ситуация. Нам не надо искать, нам надо проблему решить. Да. Особенно проблемы с детьми. Найти это не проблема. Вы не смогли за 14 часов эту проблему. Проще всего выключить телефон и никому не отвечать. Он говорит, он в этом деле не представитель. Он не спал, голодный сидел. Он не выполняет свою работу совершенно. Я вам говорю. У меня вопрос. Что мне надо было делать с ребенком, если он сидел в хозяин, что не спал, голодный? 14 часов. 14? Не 2, не 3 часа? Вам нужно было требовать на 58-й кассе. Что, вы все прячетесь? Единственная компания, которая прячется. Которая за 14 часов даже слова не сказала своим пассажирам. За 14 часов ни слова не сказали. Дети голодные, денег нет. Всем самолетам объявляли. Авиакомпания, пассажиры авиакомпании «Руслайнс», «Севен», все авиакомпании. Пройдите туда, получите ваучер на воду. Такие получите. «Саравия» молчит, как в рот воды набрали. Нам же никто ничего не сказал. Если бы нам хотя бы просто слово сказали. Вы понимаете, у меня в чем проблема была? Я за свой счет бы уехал к родственникам в Москву. Жене бы позвонил, что-нибудь придумал бы, сказал. Вы сказали, верните. Нас обманывали 14 часов. Нас 14 часов отправляли на стоечку. И когда мы сейчас опять в белом колене приехали в сломанный самолет, вы пришли к нам и сказали, здравствуйте, я представитель авиакомпании. Идите-ка вы на 58-ю стоечку, потому что вам там легче будет. Это вам там легче будет. А нам там не легче будет. А мне жена уже, говорю, 4 раза звонит, а у нее сердце больное, она дома лежит. И ждет, когда я 8 часов вылечу. Прошу напомнить, что я уже в Пензу прилетел. А ты меня отправляешь на 58-ю стоечку. Не доводите до людей своевременно и достоверно. Ничего не говори. Не плачь. Иди вон, посмотри ей в глаза. Вот посмотри ребенку в глаза. Гостиницу. Какое питание? Ваучер на 100 рублей. Питание. Ничего, Софи, не плачь. Нормально. Мы просили гостиницу, нас послали. Мы с 12 часов ночи просим гостиницу. Нам говорят... Да вы кто? Самолетом заказываем представитель. Денег нет у нас. А вы не представитель, коллеги там сидят, которые... Там стоят представители, да. Нам не надо 100 рублей на питание. Зачем вы нас... Если бы ночью мы были в гостинице... Сколько времени? Подождите, смотрите. Ночь. Если бы мы ночь поспали, вот ночь все спали в гостинице. Мы утром встали, у нас сегодня такого не было. Мы ночь. Но нас послали. У нас дети не спали. А нам сказали нет. Мы даже ночь не сидели. Потому что не было. А нам сказали в гостинице. Понимаете? Вот люди стояли. Стояли в гостинице. Нам отказали. Да, стояли в гостинице. Сейчас вы говорите, в гостинице. Прошло. Вопрос. Или вы нам даете самолет, да? Или вы нам говорите, что самолета не будет. Потому что люди пришли, вы сюда приехали, не в гостиницу. Не в гостиницу, да. Да. Я если вы понимаю. Вы не обманываете, вы говорите четко. Я не обманываю. Самолета не будет тогда. Есть. Я говорю, подождите. Сейчас на данный момент какие? Подождите, в гостинице? В аэровокзале вам будет проще получить данную информацию. А также вот какая информация? Вам будет в аэровокзале проще от нас отвязаться. Меня
Юрий, какая информация? Мы тут уже столько тусуемся. Секунду, у вас совесть есть? Я говорю, в аэровокзале им будет проще от нас отвязаться. А пока мы здесь, у них проблема.